Александр I в Иванове политически репрессированный. Именно так называют его единомышленники по Компартии. Якобы за организацию несанкционированных митингов суд постановил взыскать с коммуниста Байкова 20 тысяч рублей. 10 за встречу рабочих совхоза «Тепличный», еще 10 за первый сбор подписи по делу Фирояна. Но суды Александра не звали, и о своей вине он не знал. Узнал это буквально-таки вчера, когда ко мне рано с утра заявился судебный пристав Фомина, по имени отчеству, прошу прощения, забыл. Вот. Принесла она в итоге 2 постановления о возбуждении административного правонарушения. Народу на обоих митингах было много, а виноватым остался один, недоумевает Александр. На сборе подписей, вероятно, потому что составителю протокола, участковому, запомнился выступлениями, а на тепличном, потому что был в качестве формального заявителя митинга. Очень странно, что вот парень пострадал, в общем-то, за благое дело, при этом не совершив реально никакого правонарушения. Тем более, что уж я вам смело скажу, формально, чисто формально, он являлся заявителем, но при этом его привлекли как организатора митинга. Организатором митинга он не являлся, потому что организатором митинга являлся я. Я его и вел, и организовывал. То есть, на мой взгляд, было масса нарушений. Коммунисты считают решение суда необоснованным и планируют его обжаловать. Претензии есть и к работе судебных приставов. Штраф, по мнению партийцев, если и должен быть выписан, то на юридическое, а не на физическое лицо. На партию, а не на Александра. Судебная система то ли заелась, то ли она полностью подконтрольна действующей власти и не может сама трезво оценивать ситуацию. Почему? В первом случае, когда задерживают, выписывают протокол об административном правонарушении у стадиона «Текстильщик», но при этом не удосуживаются проинформировать о том, что будет судебное заседание, не удосуживаются пригласить на него, не удосуживаются хотя бы прислать постановление. Судебный пристав у Александра изъяла ноутбук в счет погашения долга. Единомышленники обещали имущество пострадавшему вернуть и заплатить штраф из средств партии. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.